Мои любимые, вы просите дать вам комплекс от отечности на лице. Вот мой секрет. Называется эко-браш, либо фейс-браш. Как, из чего она устроена? Из металлических иголочек, которыми я прокалываю кожный покров неспешными движениями. На самом деле это упражнение чудесным образом повышает тактильность и восприимчивость кожного покрова, таким образом повышая интеллект тела. Иголочки очень деликатные, после них такое ощущение, как будто бы лицо отдохнуло, как будто бы оно пробудилось, как будто бы оно стало моложе. То же самое я делаю с волосистой частью. Кстати, вот такие массажи и прокалывание иголками волосистой части головы дают возможность для роста волос, активизируя обмен питательных веществ непосредственно в волосяной луковице. Да, ороговевшие ткани отходят, и при этом происходит прилив крови к голове, поскольку я ее достаточно нещадно стимулирую, но царапины не видно. Царапины не видно, поскольку волосистая часть она прикрывает. И можно наслаждаться до бесконечности. То есть я интегрируюсь иголочками и делаю такое вот расчесывающее движение. Расчесывающее движение, массирующее. Вот вы, мне кажется, у меня уже стало больше волос. Можно перейти теперь на область жевательной мышцы. Боже, так приятно, любимые мои. Господи, до чего же увлекательное мероприятие. Вот, кстати, многие ученицы просят меня дать рекомендации, как бросить курить. Мне кажется, заменить сигарету вот на такой эко-браш, массажер и пальпировать, прокалывать свои нейронные окончания, нервные окончания, формировать нейронные связи, которые отвечают за новое качество удовольствия. Родные, практикуйте, я, пожалуй, возьму две и начну делать двумя. Интенсивно, можно быстро, быстро-быстро, можно статично, статично-чувственно. Обожаю вас, практикуйте, пока-пока.